На святочную урочистость у палац культуры чыгуначнікаў запросили дзеючых работников и ветеранов працы, которые в свой час заклали надзейный подмурок развития Гомельского областного отделения белорусской чыгунки. Людей, которые некалі створали, которые сегодня своей штодённой працы імкнуцца подтрымливать и развивать лепшие традиции шматпрофильного предприемства, здольного задоволить любые запыты у грузовых и пассажирских перевозках. У каждого из присутных свой шлях у профессию, верности и отданности якой заховывается все жыццё. Железная дорога – это наша жизнь. Однажды сделанный правильный выбор, о котором никто из нас не жалеет, дает нам возможность работать в большом, стабильном и дисциплинированном коллективе. Это крупное государственное предприятие с социальными гарантиями. Для нас это возможность не только работать в этом дружном коллективе, но и реализовать свои возможности, да, используя как бы масштаб и уверенное, стабильное экономическое положение именно железной дороги. По часу урочистости отбылось узнагороджанне лепших чыгуначнікаў Гомельшины. За пленную працу, неотъемный уклад у развитие своей вытворчасти, яны отрымали нагрудные знаки, гоноровые грамоты и подяки. На рахунку коллективу сапраўды немало профессийных поспехов и досягнений. Сярод самых значных за апошний год – электрификация участка чыгунки Гомель-Жлобин протяглостью 86 километров. С початку хуткий, комфортабельный электротягник у напрямку Гомель-Минск курсировал у тестовом режиме. Зараз он запущен у постоянную эксплуатацию. Дарэчы, для областных чыгуначнікаў электрификация, хоть и относно молоды, однако вельми перспективна на прамах дзейности. Ён дозволяет значно скоротить эксплуатационные выдатки, спрыяя захаванию экологии. А что самое галоўнае, является больш зручным сродком перемещения для грамадзян, бо дозволяю всего за 3 гадзіны добраться до Минска. Я 19 лет работаю на вокзале. Это новые встречи, пассажиры. Пассажирам мы стараемся помочь, удовлетворить их все потребности. Учитывая то, что сейчас электрификацию привели, электрички пустили, это очень удобно и для наших пассажиров, довольны. Они интересуются. И даже расположение мест мы подсказываем, кондиционеры, там, как правильно проехать, как им лучше добраться до нужного инпункта. Ну, люди у нас тоже все хорошие. И работники, и наши пассажиры. Протягнулись урочистости святочным концертом. По час яго на одной сцене зорками эстрады областного центра свои творчие здольности демонстрировали и сами супрацовники Гомельского областного отделения белорусской чыгунки. Что я еще раз подтверждаю, мэтанакіраваны, инициативный человек, таленавиты во всем. Меж тем, насыщенная культурно-забавляльная программа до дня чыгуначника у Гомеле запланованы на 7 жніўня, непосредственно у день профессийного свята, в универсальном зале гульнявых видов спорта у стадиона «Локомотив» будут ладиться цікавые спорты мероприемства и концертные нумары. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».